Доброе утро, я проснулась и сейчас буду делать завтрак для себя. Сегодня суббота у нас. И да, я вам говорила, что я кондиционер использовала. Какой супер классный кондиционер, который все просто обожают. Ничего особенного, просто волосы сейчас воняют. И все отзывы говорили, что запах ужасный. Я такая, да ладно, как же запах тропический может быть плохим? Нет, он реально плохой, он такой дешевые, не знаю. Так что, да, сейчас буду делать себе завтрак. А, ну крем вот этот, который я вам показывала, мне очень понравился, потому что у меня как будто синяков много нету сегодня. Так что, да, сейчас буду завтрак себе делать. И пойдем сегодня в город. Камбуча. Зелененькая такая, противненькая. Вот я здесь сидела и потом почитала мои комментарии на YouTube. И как смешно, или может быть не смешно, но всегда начало комментарий хороший под видео. Первый, второй день, все отлично. Потом третий, четвертый день. Мужчины старые, 40, 50, 30, 20, я не знаю, это уже не старые, но мужчины. Девочки такие вещи не пишут, а мальчики всегда, они не мальчики. Да, они мальчики, они не мужчины. Пишут мне вещи, как «убей себя», всякие там тупизна, чтобы сделала видео про там, как ребенка выращивать или что-то там. Просто вообще грубости, такие ужасные вещи, как тролли просто сидят там. Я не знаю, что мне делать, потому что я там сижу и удаляю все эти комментарии, но чтобы удалить их, я должна их читать. Но я не могу их просто там оставить под моих видео. Так что если я даже не знаю, что делать, просто как-то не становитесь блогером. Сегодня мы едем обратно там, где я была вчера, потому что у моей мамы сегодня стрижка. И, короче, я туда пойду, 2 часа буду ходить. И да. И это все. Точка. Вот этот ресторан всегда меня очень интересует, потому что здесь люди всегда кушают, а этот ресторан стоит, блин, $50 за салат. А куча людей всегда там. Блин, чё моя мама в кадр? И вот красивая улица тоже. Как в Европе просто. Этот чемодан классный. Только большой слишком, мне нужен маленький. Вот и я такой купила. Ну, впускной. Блин, как красиво вот это. С ума сойти. И сережка тоже красивая. Шла в магазин Kate Spade. Это мой клатч оттуда. Открыли новый бутик у нас в Торонто. Классный, только не совсем мой стиль. Непривычно, здесь все в ресторанах сидят, музыка везде громит. Очень необычно, потому что живой такой город получается. Как будто я в Испании, я не знаю. Даже в России, мне кажется, иногда больше жизни, чем в Торонто, может быть. Что здесь хорошо с семьей жить, там, в доме. В России, блин, дискотека. День и ночь. Плюс и минус, я думаю, может быть. Я немножко ошиблась, я не туда пошла. Я хочу пойти в Бусаториз. Привозят очень много вещей из-за границы. И мне, конечно, там нравится. Вы знаете, я люблю всякую иностранную еду. Очень смешно, я думаю, что Мария Шарапова сделала компанию с конфетами. Играет в спорт, а сама создала конфетки. А я сюда. Starbucks раздает такие пробничные размеры. И девочки две, они такие взяли эти маленькие размерчики и стали их фотографировать на Instagram. Вот как вы в России любите говорить. Ванильки. Куда я сейчас? Ой, волосы. Лицо. Куда я сейчас иду? Я иду. Ветер ужасный. Я сейчас иду. Ай, лысая, наверное, да? Я сейчас иду купить этот сыр веганский. Ну, сыр, он такой. Сэндвичи утром я их ем. А я хочу его в хорошем вкусе. Блин, волосы. И иду в магазин его там найти. Если найду. А его здесь нету в этом вкусе, который мне нравится. Я не знаю, мне его брать все равно. Или идти за вкусом любимым. Знаю. Вы не представите, что я только что нашла. Вегетарианский парад какой-то. Класс, я хочу тоже. А почему меня не пригласили? Я тоже хочу. Правильно.
25 причин стать вегетарианцем. Блин, это меня просто порадовало. Как же я люблю вот этот город. Ах, Торонто, вы все молодцы, только вы меня не пригласили. Ветер просто бешеный у нас здесь. Я думаю, что ветер будет. Не ветер. Я думаю, что дождь будет попозже. А я сейчас иду за смузи. Смузи я хочу. Такие шоколадные куки, но это сырое и веганское. Ресторан, я туда обратно иду сейчас. Я хочу у них взять самый вкусный смузи на свете. Называется Oreo Cookie. Но там никаких печеньки нету. Это там просто какао сырое. На меня так смотрят. А я обратно на него такой. Когда люди на меня всегда смотрят без прерыва, я на них тоже обратно смотрю прямо в глаза. Вот. Это вкусняшка, которая... Я ненавижу слово вкусняшка. Извиняюсь себе. Безумно не люблю, когда люди говорят «вкусняшка». Слово такое тупое. Но это очень вкусно и полезно, и приятно. Сейчас я иду встречаться с мамой, все ее покрасили, и потом мы пойдем, сама не знаю куда, разберемся. Сейчас мы здесь закончились, и мы идем. Закончились мы здесь, да. Красивый у меня фон сзади, строит все. Сейчас мы идем в другое место, чтобы отдать одежды. Благотворительство, я очень часто отдаю мои старые одежды, если я их больше не ношу. Мне не нравится, я их отдаю благотворительству. Не знаю, просто так отдаю людям, которые нуждаются одеждами. Так, что? Отдадим одежды и потом домой приедем. И надеюсь, что дождя не будет, потому что как-то ветер ужасный, блин. Окей. Очевидно, никуда не едем. Вот барбекю мы делаем. О, красота какая. Все-таки решили приехать и отдать одежды эти. Сейчас у нас время почти 6. И да, дождик остановился. Хотела вам сказать, что Пашенька делает, когда я на балконе. И он маленький хочет ко мне тоже. Посмотрите. Ты иди сюда, Паша. Иди сюда. Иди сюда. Паша, иди сюда. Иди на ручку. Он же знает, он раньше пробовал становиться мне на пальчик, но он не может никак. Сигочка. Паша, Паша, иди сюда, иди сюда. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Идем. Ой, ну, не давай, не получается. Так что все, мы наигрались на сегодня, да, Паша? Нет, мы не наигрались, да. Так что все, надеюсь, что вам понравилось влог-видео и увидимся завтра. Пока!